Итак, ребята, всем привет. Посмотрите на такое интересное место, как пляж в октябре, в середине октября. Как выглядят пляжи в это время. Что никого нету, все пусто и песочек. Но мы с вами сейчас, знаете, что я хочу сделать? Я хочу не пляж посмотреть, а, блин, ветер сильный. Я хочу прогуляться и показать вам, вот смотрите, на речке плавает очень много яхт. Давайте мы их посмотрим. Сегодня, наверное, какой-то день, я не знаю, тренировочный или просто они выступление, может, какое-нибудь, не знаю. Очень-очень много маленьких яхт. Давайте их рассматривать, ребят. А кто там плавает, не дети? Да там дети плавают. Ничего себе, какие молодцы. Это получается детский яхтенный клуб. И вот они между собой здесь плавают во всем. Мальчишки на ЛМК. Классно вообще, я даже не знал, что здесь такое существует. Целый клуб для яхт. Красота. Ну да, они выполняют какие-то задания, скорее всего, буйки. А вон что-то перевернул, стоит, подождите. Вон яхта. Перевернулся мальчик. Яхта на боку. Офигеть. Обалдеть. Так, давайте-ка я сейчас чуть-чуть что туда. Сейчас я отведу камеру и поближе сделаю. Помощь ждет, наверное. Так, а чё ж к нему никто не приходит? Пока никто не приходит на помощь. Он один. Вдалеке плавают другие яхты. Катера. Вот с той стороны это город Липецк. Вот смотрите, вот те дома большие. Все это город Липецк. Мы наблюдаем за ним. Да, ситуация неприятная, конечно, у паренька. Но ничего не растерял, стоит, ждет, значит, помощь должна приехать. Только помощи почему-то нет, странно как-то. Когда же к нему хоть кто-нибудь подъедет? Подплывет, точнее. Другие вон дети катаются вовсю, а он стоит перевернутый. Интересно. Ветер очень сильный, блин. Опасный ветерочек, но для того, чтобы хорошо ездить, конечно, классно. Кто-то вон ракерит, что ли. Назад, вперед, резко разворачивается. Гоняют, конечно, мощно. Ну, в основном мальчишки. Девчонок не вижу, в основном мальчишки, если так посмотреть. Мальчик посередине реки. На перевернутой лодке. Другие с ним разговаривают. И все, и проплывает дальше. Никто почему-то его не спасает. Странно, как же они будут, интересно, мне вот поднимать катер. Точнее, яхточку. Все только проплывают. Есть вон и двухпарусные.
Вокруг огромное количество плавает яхт, а он один. Всем все равно. Да, странная ситуация. Посередине речки на яхте. Ладно, ребят, чуть-чуть поснимал вам, показал все, как выглядит. Вот он, пляжик, народ никого. И вот этот вот клуб, яхт-клуб, прям за моей спиной. Ну, мы движемся дальше. Посмотреть, посмотрели, ну, скорее всего, учится. Идем дальше. Лето-то закончилось, уже не покупаешься. Можно просто посмотреть на пляж. Все, тогда всем пока, удачи и поехали. Бум.